Всем привет, с вами снова я, Zero, и сегодня мы будем играть в Last Day. И сегодня у нас как раз появилось новое обновление, новый сезончик, причем очень прикольный, поскольку обновленный, такого еще не было. Вот такие прикольненькие наградки. Здесь вот есть награды. Ну, ребят, думаю, вы уже у других, более таких нормальных... Не то, что нормальных, а более таких этих блогеров, у которых больше подписчиков, видели. Вот. Но ладно, не буду задерживаться, не буду ничего не так. Тут у нас все по-прежнему. Ничего в основном нового нету. Ну ладно. Давайте-ка... Так, нам надо пойти, зайти и выйти. Чтобы у нас появилась локация. Надеюсь, меня слышно не тихо. А, блин, надо... Так. Сейчас, подождите секундочку. Вот я и вернулся. Так. У нас тут готова еда. Надо ее забрать. Досочки, ладно, все потом разберемся. Резцы надо все ненужные скинуть. Я бинты сделаю так. А, это все надо отсортировать. Так, ну сейчас пойдем, в принципе, ивентик проходить. Все вот это вот проходить. Пойдем. Конечно же. А то думаете, зачем я видео-то начал? Так, сюда мы дерево скинем. Ну, окей, давайте сейчас я все пораскидаю и потом вернусь. Так, все, ребят, поехали. Кстати, ходит небольшой слух насчет того, что в бункере Альфа пропали все рейсики, которые хранили у нас в шкафчиках. Сейчас мы этот слух проверим. Я очень сильно пробомблю, если у меня там рейсы пропали. У меня там куча рейсов. Ребят, я пробомблю, конечно же, вне видео, потому что иначе вы попросту на меня обидитесь. И отпишитесь, скорее всего, а мне этого не надо. На всякий случай, так, побольше хил взял. Да и потому что я сегодня постараюсь побольше поснимать. Ну, это в зависимости уже от ситуации. Если не смогу, ну, из-за памяти, то, ребят, сниму еще один ролик. Как только выложится один ролик, я пойду сразу снимать второй. Завтра, если что, я пойду в школу. Это будет очень обидно. Так. Ну, вроде все открыто. Ресы есть, слава богу. Просто посмотрите, мне рейсов здесь куча всяких разных. Это, ну, просто я бы обиделся. Очень бы. Ну ладно, это все есть, значит, хорошо. Поехали тогда на локацию. Как я зайду на нее, я вернусь. Так, ребята, вот мы зашли. Тут капец как ключи. А, что я сказал? Как куча людей. Приветствую тебя, воин. Здесь тоже появилось, нас ждет великое сражение. Неандлой дух вернулся, я точно это знаю. Я ждала этого часа, моя воина готова дать ему отпор. Слышите, мой здесь нянь не должно быть, нян уже здесь. Твою мать. Чё он тут? Так, его все рубят. Все, он убегает. Ну, я знаю, конечно, что здесь будет. Довольно всем вернуться в строй. Мы должны отправиться на поиски Ниана. Тебе стоит подготовиться. Понятно. Я ставил ядрение. Ага. Окей, спасибо за оружку. Солдаты, мы должны найти Ниана. А чтобы это не стало, следуйте за мной. Я бы что-то последовал, но все равно там ничего не произойдет. Ладно. Так, тут у нас... здесь я знаю.
О, фонарь. Одинокий старец. Конечно, готов потрудиться. Еще есть. Отвратительные сэньши приближаются к нам с запада. Рис вкусный, на работу в поле. Песни тоже были. Окей, ну не знаю насчет пока вот этих. Не знаю, ладно. О. Так, что здесь можно сделать? Здесь можно сделать чашку риса. Кормить. Угу. У меня этого нет, ну ладно. Обязательно тебе принесу, не беспокойся, песик. Давайте-ка посадим семена. Так, здесь 4. Здесь 4. Здесь 3, там 4. Это, по сути, должно вырасти 15. Этих стебель это 5 чашек риса. Так, Мулан, мы с тобой виделись. Не знаю. Интересно, конечно, какие у тебя тут битвы будут. Ну ладно. Вроде это все. В принципе, больше... Ага, вижу еще шестеренку. Ага, это фонарь. Ладно, допустим. Что, типа я все фонари зажег, что ли? Угу, еще один. Ну, вроде все. А что они мне дали? Ну, вроде ничего, ну ладно. А тогда поедем, в принципе, наверное, сейчас выполнять квестик, наверное. Ладно, давайте еще одно задание возьмем. Интересно сразиться. Что, ребят, будем? Ладно, давайте нет. Давайте попозже. Чуть попозже, чуть попозже. Сейчас поедем выполнять. Я постараюсь там пройти до хотя бы провианта, потому что там 30 провиант вообще кайф, ребят. Это реально кайф. Потому что, ну, сами поймите, 30 провиант ни много, ни мало. Особенно для меня, потому что... Так, кто у нас? Тихая обитель. Ладно, погнали. Мне провик вообще капец как нужен. Рисы фармить, потому что я не успеваю, занимаюсь. Не, как бы я могу, конечно, пофармить, но не факт, что смогу. Окей, не, в принципе, обновка топовая. Поскольку я смотрел одного ютубера, Урбана, как бы там он быстренько все прошел, опа, если что. Ну, неужели ты еще дебил? Я смотрел, там обновка, вот она вообще топовая, эта обновка, в принципе. Она мне нравится, капец как нравится. Так, что? Бля, здесь есть минус, мне нужен факел, которого у меня нету. Там сундучок есть. Здесь факел есть? Это, бля, муха, тихо. Там наверху сундучок, да, там факел должен быть вроде. Или что там должно быть, не знаю. Так, толстячок. Так, ой, толстый, успокойся. Ладно, фонарь тоже заберу, переработаю. Так, здесь нужен факел. Мне его нет. Так, спрыгивать я не буду, нам надо туда. Погнали, let's go. Так. Здесь надо собрать морковь. Раз, два, три, четыре. Толстяк. О, олени побежали. Так,
Так, все, 6 собрали, молодцы. Так, поднимаемся. Здесь нам пройти не удастся, но мы можем спуститься. Как же это прекрасно. И меня спалили. Так, все нормально, неплохо. Зашибись. Утаем. Вот факел наш любимый. Кумкват. О, резиновые детали, бацки. Резиновые детали, в принципе, неплохо. Так, давай-ка вместо этого. Вместо этого все хорошо. Чуть подхилимся. Так, а здесь сразу двое. Это хотя бы с толстячка начнем. Он второй меня не трогает, ладно. Так, сейчас быстренько толстячка закроем. Потом обычного зомбаря. Все нормально. Осталось зажечь факела. В принципе. Ну и все. И залутать один сундучок там. Так, берем факелок. И сейчас идем зажигать. Так, надо зажечь. Все, зажигаем. О, еще кумкват. Печенье с предсказанием. Вы надеетесь напрасно. В сосновой роще вас будет ждать противник, охраняющий большие богатства. Посмотрим, что это за большие богатства такие. Так, быстренько надо сейчас слезть отсюда. И бежать к другим факелам. Так, как слезть? Вот здесь слезаем. Погнали, погнали. Let's go, let's go. Let's go, let's get it. Опа. Хопа, хопа. И осталось лишь зажечь один фонарь. Вот здесь вот, если я не ошибаюсь. Да. Так, все, слезаем. Так, подожди. Так, снимаем факел. Отсюда слезаем. Я удивлен, что тебе это удалось. Что за награда? О, шкатулочка. О, пацаны, фрукты в карамели. Это этот. Это донатерская штука. Вот, вот, фрукты этот. Это донатерская штука. Повезло, так повезло сразу же с первой. Неплохо вообще, даже я удивлен. Очень удивлен, между прочим. Вообще неплохо, вообще неплохо. В принципе, вообще обновочка нравится. Так, вообще столько событий куча. Так, убейте редкого зомби в сосновой роще. Так, это сосновый бор. А, сосновая роща, так там не будет богатства. Это же этот, ну, редкий зомби, это роща, там мало чего в роще бывает. Ладно, давайте я быстренько его найду, убью и покажу вам, что там было. Убила, короче, этого зомби специального, особенного, ничего интересного ни в нем, ни возле него не было. Говорю же, это, ну, это сосновая роща, что говорить, это скам. Заскамили вот и все, вот потом радуются. Ладно, в принципе, по квестам я пробегусь позже, уже не на запись, быстренько их выполню. Ну, что сейчас у вас на запись этот? Просто показывать, как я выполняю эти квесты, ну. Толку, я потом это в сольник там выполню все. Не на видео. Это, по сути, 300... 600, в принципе, неплохо. 600 очков в сезону.
дают. Это неплохо, это немало. Ивенты надо будет тоже попроходить. Всякие вот тут у нас... дроп есть. Вот это вот лес есть. Как там, конвой есть разбитый. Так что, не знаю, наградки... Ну, это, наверное, в честь, это праздников. Не, ну обновка вообще как бы неплохая, даже отличная, я бы сказала, с учетом столько, сколько мы ее ждали. Так что неплохо, неплохо, очень вообще неплохо. Так, тут у нас... Поношение можно, в принципе, сейчас выполнить. А, еще тебя надо кормить, псина. Так, я одно выполнил, да, я так понимаю? Это... А, типа, надо было просто кого-то убить. У нас есть дробаш. Фу-фу-фу, ребят, какой дробовик. Неплохой, с какими модами-то. А что, кстати, может выпасть? Карбон. Ну, давайте тогда мне лучше высыску или фанскар. Ну, мне остальное попросту. Ну, или броньку. Мне надо только остальные слитки, в принципе. А остальное мне даже не надо, скажу честно. Миротворец. Ладно, еще по календарю у нас. Новый год. Ну, ритуал на день, три. Ну, модельер еды неплохой. Наградки. Ну, неплохо. Ладно, ладно, неплохо. Давайте тогда пойдем к... Этому. Пойдем призовем вот эту вот фигню нашу. 50, кстати. Го ее испытаем как раз. Так, давай-ка призовем его за кумклад. А, ты же у нас сначала хавать будешь, забей. Не рычи давай. Ну, типа, по 75 фигачит. Ну, чё ты орёшь? Так, неплохо. Гранаточка, крышки, пластик. Ну, в принципе, те же награды. Они, походу, будут все одинаковы. Ладно. У нас зато есть в календаре. Квестик, эти забрать можно. Давайте-ка попробуем открыть. Так, дождемся возможных наград нормальных. Ну, давайте выберем пистолетик. Открыть и... Ну, ничего интересного, но я выберу лопату. Потому что, да. Не, ну можно, в принципе, награды обновятся через 29 дней. Да, вы в курсе то, что у нас это, оно длится меньше, да? Ну, ладно. О, погнали еще раз призовем. Кумкват он у меня весь отдался. Ладно, допустим, давай за тебя. Let's go, let's get it. Так, давай его быстренько расфигач. Так, все, успокойся. Награда ждет в сундучке. У нас тут есть факел, титановые обломочки. Всякое такое интересное, что мне в данный момент не нужно. Как оно нужно, я его забирать пока не буду. Кстати, у меня куда-то пропал пистолет, я заметил. Ладно, фиг с ним.
Давай попробуем с тобой сыграть. Так, вы давайте тут не наглейте. Блин, да вы мне броню всю сняли. Чё, я всё выиграл? Я в смысле я не выиграл. Достаточно тренированный сегодня. То есть я просрал свою броню. Оружие. Ради того, чтобы все слить. Это было очень обидно. Вот так вот и живем. Так, у нас первые наши... Хотя как первые? Не первые, у нас уже почти все выросли. Так. Сюда две закинем, сюда одну и туда одну. И на этом я буду, наверное, заканчивать сейчас, потому что я пойду. Буду проходить квестики. А снимать, какие их прохожу, толку нет. Ладно, хотя бы здесь халявный глок дали. Ну, хотя как халявный. Не халявный, я его советую, ну ладно. В принципе, буду заканчивать. Да. Ждите сегодня еще один, наверное, ролик. Если не сегодня, то 100% завтра после школы. То бишь, это будет после обеда уже. Где-то в 15 постараюсь заснять ролик. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии по поводу, как вам сезончик. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. А с вами был я, Зеро. Всем удачи и пока!